Наш земляк – мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Амангали Бекбулатов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии. В финальном туре в Улан-Баторе, Монголия, наш соотечественник боролся в весовой категории 55 килограммов. В финальном бою он сразился с Ю Шио Тани из Японии. Поединок завершился со счетом 13-2 в пользу японского борца. В итоге у североказахстанца серебряная медаль. Второй наш земляк – двукратный чемпион Азии – серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Нуркажа Кайпанов также занял второе место на чемпионате Азии. В финальном поединке весовой категории до 74 килограммов он встретился с иранским борцом. Бой завершился со счетом 5-2 в пользу иранца, а Нуркажа принес Казахстану вторую серебряную медаль.